спортивный зал. Но минимальная площадка 18 на 9, а волейбольный корт. Этого достаточно, чтобы играть в мини-лапту. У нас две разновидности. Есть большая лапта на открытой площадке, летом мы играем, да? И мини-лапта в зимне, так скажем, это в уменьшенной площадке в спортивном зале. То есть можно играть как в спортивном зале, так и на открытой площадке. Поэтому минимальные размеры 18 на 19, на 9 волейбольное поле это достаточно для того, чтобы играть. Дальше нужна бита и нужен мяч. Команда делится на две команды. Одна идет в защиту, как стрелы называли, защищать город, да, защищать свой дом. А другая идет в нападение, атаковать. С помощью биты и мяча производится удар одним из игроков. Бит ловится, и игрок бежит на противоположную площадку. Как это ловится? Нападающий бьет мяч, так. Битый по мячу, так. Производится удар. Так. Мяч летит в площадку. Так. В это время игроки нападения стараются перебежать площадку. Защитники должны этот мяч поймать и этим мячом оставить соперника. Слово «оставить» — это наше самозрение. Ну да, а раньше, знаете, как говорили, салом руки намазывали и оставили. Тогда видно, что попал или не попал. Поэтому отсюда и осталось историческое такое слово «оставить», «попасть». Если игрока попали, значит, мы его выбиваем, и мы переходим в защиту. А тот, кто попал, идет в нападение. На полном перерыве. И, соответственно, на одного игрока «оставленного» меньше в команде остается. Нет. Просто я думаю, что те, кто в детстве играли в «добивание»,